Движуха пойдет. Давай. Что ж, покажи мне свой Magic Missile. Че? Сейчас бы дворфийку килограмм на 100. Да ёб твою матрицу! Панк-студия «Коробок» представляет. Здравствуйте, господа приключенцы и бандит-бандитыч. Гном-гномыч, мое почтение, мы сегодня встречаем вас для чего? Ну, во-первых, мы находимся в панк-студии Фэнтезиа. Да, в панк-студии Фэнтезиа ни у кого такой нет, только у нас. Только в нашей студии до сих пор пахнет говном дракона, который здесь до нас жил. Давно ли вы страдали? Страдаю, но вот сегодня страдал. Дважды. Прям дважды страдал. Первый раз я страдал, когда проснулся, второй, когда вот ты сюда пришел. Предположу, что сначала ты страдал на зеленого дракона, а потом на волшебного, но не дракона. Друзья, сегодня мы поговорим про кино. Я знал, что у вас это нет чести! Что ж, наши товарищи, друзья из страдающего фэнтези заряжают новую серию. Точнее, они ее заряжают аж с прошлого года. В этом году у нас досъемочка у ребят. Страдающий фэнтези. Первая, вторая серия уже доступна. Ссылка под видео, можно посмотреть. Самое главное, доступен трейлер третьей серии. Да-да-да. Я жду третью серию прям просто. Ну, а во второй вы можете увидеть меня. Да, еще есть отличные видео с бэкстейджа дополнительные, бонусные. Да. В общем, ссылки мы напихаем вниз. Можно будет все посмотреть. Собственно, ребята, в прошлом году снимали вторую и третью серию частично одновременно. Ну, там нужно было же им снимать, насколько мы знаем, по свежим документикам снимать и летом, и зимой. То есть им нужна была разная атмосфера. И они насняли уже часть третьей серии вовсю. Но для завершения ее там нужно сделать серьезный постпродакшн, плюс еще съемки будут продолжаться. Необходимо собрать краудфандинг. Ссылка в описании. У ребят он, собственно, уже идет вовсю. Мы призываем вас поддержать страдающие фэнтези для того, чтобы наши уважаемые товарищи все-таки доделали третью серию. Наконец-то я себя там увидел, наших парней в роли бандитов. Я жду, во-первых, я хочу увидеть вас вот именно в роли бандитов. Интересно. Потому что вы такие обрыганы на фотках. Я прям, да, я хочу увидеть этих обрыганов. Но самое главное, это Бука. Не, Бука это вообще просто это в сердечке. Да. Вот. Я это вживую видел, так что да, это хорошо. Бука страдал на все деньги там просто. Потому что несколько дублей приходилось делать слегка болезненными. Вот. Но Бука страдал как мог. Все ради искусства. Дима, мое почтение. Вот. Собственно, друзья, там на краудфандинге, это ж не просто так вы пришли, закинули пацанам деньги. Нет, они, конечно, будут рады, если вы им просто деньги закинете, и они их используют на съемке. Но это краудфандинг, значит, можно получить какие-то плюшечки от создателей, собственно, контента. Там можно футболочку приобрести, можно купить, самое главное и самое интересное для самых уважаемых людей, это возможность сняться в четвертой серии, которая, ну, будет, наверное.
планируется, если Краун будет успешным, я так предполагаю. Да, вот на самом деле по поводу съемок в четвертой серии, ну, это, во-первых, естественно, надо находиться поближе, это первое. А во-вторых, я уже съемки в четвертой серии. Я, может быть, уже к тому моменту не буду популярным блогером. Мы такие, возьмите наш, пожалуйста. Ты что, еще, если будут снимать второй сезон еще каких-нибудь других фэнтезиовых штучек, надо будет тоже. Слушай, мы поддерживаем пацанов, чтобы они хотя бы первый сезон сделали. То есть я так понимаю, что у них сценарий написан до четвертой серии в настоящий момент, коли они продают уже возможность участия в съемках четвертой серии. Но в первую очередь им надо собрать, собственно, краунфаундинг. Так вот, о бонусах. Ну, понятно, футболочка — это клево, сняться в кино — это еще лучше. Также можно приобрести стикеры с некими интересными персонажами. И... У вас эльфов нет! Я буду в стикерах. Да. Я видел такой, боже мой, бомба. Здесь можно показать, наверное, будет Антас вроде разрешил кусочек стикера показать. Вот я так кусочек покажу. Вот, собственно, там уже анонсированы, по-моему, показаны уже 3 стикера из пака. Собственно, вот комнатного еще дорисовали, а то процесс идет наполнение. Вот, плюс, во-первых, собственно, ладно, фиг бы с ним, там, с футболочкой, с участием. Там можно прильнуть практически вот так вот к прекрасному. 2 прекрасных сета зеленого дракона, и фички, и волшебницы. Да. Да. В сердце. Да. Руки на стол. Выглядит на самом деле неплохо, девушки очень красивые, но... Девочки молодцы, но все идут ради искусства. Но вот вопрос, где та самая, у которой есть честь, есть уважение, есть пиво? И 100 килограмм веса. Что в этом плохого? Ничего, я только одобряю. Ну, вот. Кино дает нам много великолепных образов, которые, например, запечатлены в 2 сетах фотографий, которые вы можете приобрести на краудфандинговой платформе и помочь, собственно, доделать 3-ю серию. Это очень круто, потому что, если честно, мы уже ждем почти год и очень хочется посмотреть кино. Да. Вот. Так что, ребят, не ленитесь, переходите по ссылке, поддерживайте, во-первых, страдающего фэнтези, поддержите, пожалуйста, нас, вы можете там в комментариях написать, возьмите, пожалуйста, граждан с комнатного рыцаря снова в кино. Пожалуйста. Мы очень хотим, да, будем очень стараться. Потому что дварф-таверщик, мне кажется, не раскрыт, он должен раскрыться, чтобы душа свернулась и развернулась, смотря на него. Это как минимум. Во-первых, там, я считаю, что необходима какая-нибудь, знаешь, закадровая сцена, которая не от основного сюжета, где грустный дварф, короче, грустный бандит-бандиты сидят, короче, и там шурму кушают. Да, например, как в этих «Мстителях». Да? Почему бы нет, Андерс? Мы тебе сразу уже сценарий закадровых сцен накидываем, бро. Так что, общем, давай, пожалуйста. Итак, все ссылки в описании, поддерживайте страдающего фэнтези, не забывайте подписаться на все каналы, которые только есть, где появляемся мы, прекрасные люди, и смотрите хорошие ролики. Ну, а мы постараемся снять их побольше. Да. Спасибо большое. Ави Мария, друзья. Фландрия Лев, всем пока. А он не дотянется, мужик. Мужики, продлевать будете? Ну вы у меня тут угол заняли!